Что? Вот сейчас ахните, я вам покажу. Вау, это чудеса, я понимаю. Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня коробка снова укулеле, потому что это новый выпуск вашей любимой рубрики «Боксинг от Дарьи». Сегодня мы с вами будем распаковывать очередную новую балдежную укулеле. И она с такими интересными фишками плюшки, но во всем по порядку, давайте ее распакуем. Для начала мы узнаем, что же там за укулеле лежит. Это София Tenor Sound Waves. Это тенор электроакустическая укулеле. Чё? Укулеле? Видите? Аж волнуюсь. Давайте немножечко расскажу, что нас ожидает. Совсем недавно они выпустили такую коллекцию элитных укулеле с подключением, и можно ее не подключать, наверное, будет звучать как подключение, об этом чуть позже. Там есть 5 укулеле, это Диана, Лейла. Лейла, алло. Алло, Лейла. София, которая у меня, Виктория и Джулианна. Обалдеть, какие имена у укулеле. Ну, они того стоят. Они прям реально, ты смотришь, такой, Викуська, это ты. В общем, эти укулеле, они есть в концерт-варианте, есть в тенор-варианте, и оба эти варианта есть еще с подключением. Боксинг от Дарьи. Короче, давайте откроем. Бамс. Вот так вот это все выглядит. Кошерно, соглашусь. Из комплектации. Мы же любим смотреть комплектацию. В комплекте идет, соответственно, вот эта брошюрка, наклеечки, также на англичанском языке все написано, как и пользоваться, и подключать ее. Также само устройство, благодаря чему подключать ее и заряжать. И я еще попросила отдельно для нее стойку, но про стойку чуть позже объясню. Типа, негоже такое укулеле стоять просто на полу в углу. Надо поставить ее на стойку. Боксинг от Дарьи. По укулеле. Первое, что видим, тут новый такой обалденный чехол бордового цвета. Выглядит реально дорого-богато. Такая удобная массивная ручка. В виде портфеля сделана ремешки, чтобы ее можно было повесить на плечо и куда-то пойти. Ремень такой тоже объемный, масштабный. Можно положить не только какие-то медиаторы и струны, да, можно прям положить раздаточку, которую я делаю под каждый разбор, например, или мой сборник. И поэтому ставим этот аккорд таким образом. Пеппа, что это у тебя там такое? Это же мой новый сборник по укулеле для начинающих и продолжающих. Где вся нужная тебе информация написана без лишней воды и сделана все в виде картинок. А если еще навести телефон на нужный QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а если ты себе захотел точно такой же сборник, то ссылочка в описании. Открываем. Вот это мне нравится. Кстати, тут очень удобно сделано, что молния прям по всему чехлу. Качественно сделан. А есть уплотнитель, то есть это не просто какая-то тканюшка, все. Нет, тут еще где-то, наверное, сантиметра полтора поларона. Такого еще цвета, бордового, винного. Чаще всего чехлы для укулеле Flight они делают такого телесного цвета. Тут, видимо, из-за того, что новая серия сделана, прям винный цвет. Достаю эту прелесть. Эту. Тут должна быть музыка ангелов. Та-та-да-да, пам-пам-пам. О, кайф! Давайте быстренько расскажу, что это вообще такое, что за зверек, что за вид укулеле. Это укулеле тенор, это значит чуть больше концерт. Если вы смотрели обзор на гиталели, сейчас ссылочка появилась, я там говорила, что там корпус вот этой гиталели, как у тенор. Так вот, вот это как раз тенор, она чуть больше, она удобнее лежит. Сразу, что мне бросается в глаза, это то, что они изменили вот эту голову грифа. Они ее сделали в виде акустической или классической гитары, ну, то есть ближе к гитарному типу. Колки они вывернули назад. То есть они не как обычно вот так вот выглядят, они спрятаны. Это, кстати, очень удобно потом настраивать. Колки сами по себе золотые. Вау! Очень мягко крутится, без каких-то рванов. Прям действительно все очень плавно, мягко поворачивается. Это прям отдельный плюс. Боксинг от Дарьи. Сейчас я перечислю небольшие характеристики данной модели. Кому интересно, слушайте. Кому не интересно, тоже слушайте. Узнавайте что-то новое. Корпус такой глянцевый, красиво переливающийся. Надеюсь, вам будет видно, если что, вам подсниму. Также вот эта вот часть корпуса у нас сделана из ореха. Вот эта верхняя дека из массива ели. Ну, как я понимаю, массив ели, это взяли кусок дерева, сказали, это будет у нас укулеле для Дарьи. И вот массив ели. Есть крепление для ремня, чтобы вам было удобно играть стоя.
или вы, допустим, играете сидя, но для большей комфортности берете ремень, вот тогда тут есть. Также здесь верхний и нижний порожек сделан, вот эта вот штучка беленькая, если что, кто не знал, из кости, это не пластик, это значит, что вот она должна значить, наверное. Наверное, будет лучше строить, я на это надеюсь. Боксинг от Дари. Что я сразу заметил, что на грифе лады намного больше, чем на концерт. Это идеальный вариант для людей, которые пытаются что-то играть фингерстайлом, или у кого большие пальцы, что неудобно зажать аккорд D, да, допустим, а тут вот еще пространство у меня осталось на этом ладу. Да, немножечко расстроена, сейчас ее поднастроим, и я вам что-нибудь сыграю. Кстати, по звучанию я уже чувствую разницу, то есть звук намного объемнее и прям такой, прям солидный. Возможно, из-за того, что у этой модели поставлены не просто нейлоновые струны, как мы привыкли думать, а какой-то специальный материал, флюорокарбонат. По ощущению, эти струны более натянуты, у них нет такого лампового призвука, я вам потом сыграю на своей старой укулеле, и вы поймете разницу между нейлоновыми струнами и флюорокарбонатом. И вообще, как по объему звучания они отличаются. Я вот просто делаю трунь, и это прям мощь. Боксинг от Дари. Давайте поговорим про вообще само звучание. И вот что ты мне говорил, Дарья, в самом начале, Soundwave, что это такое? В общем, рассказываю, это новая какая-то технология, когда инструмент с подключением может звучать громко и без подключения. Что за магия, спросите вы? Я не знаю, отвечу я. Это действительно так. Смотрите, что мы сейчас сделаем с вами. Я сейчас вам сыграю без подключения, потом я нажму волшебную кнопочку, и звук станет намного громче, хотя я ее не подключила к комбику. Это было без подключения. Теперь я нажимаю вот сюда, чуть громче, и вы сейчас услышите, вы уже слышите. Такая возможность вам дает просто гору преимуществ, потому что я могу играть громко, меня все услышат, при этом мне не нужно покупать дополнительный комбик. И помимо того, что ее можно сделать громче, так ее можно сделать всякими эффектиками. Например, можно сделать эффект эхо. Сейчас я вытяну вот эту штучку под названием реверб, и вы услышите, что появился какое-то эхо, какой-то объем. Теперь с ревербом. Слышите, да, что вот это эхо, отголосок? Еще раз. А я напоминаю, что я еще при этом ее не подключала. А прикиньте, что может произойти, когда я подключу. Кстати, да, подключать комбику тоже можно. То есть тут два в одном. Вот такая фишка-плюшка вам дает найти новое какое-нибудь звучание. Или, допустим, какая-то песня должна звучать объемней. Вы просто нажали тут на кнопочку. У вас произошел объем. Это магия, ребята! Но это еще не все эффекты. Тут есть еще такая штучка под названием Delay. То есть у нас будет звук с задержкой. Слышите, да, что у меня еще остался звук, хотя я уже сыграла еще раз. Блин, балдеж. Я, знаете, я как будто вот сейчас как Илон Маск, который что-то неведомое придумал, и я такая, обалдеть просто. И последняя вещь, которая тут есть, это называется хорус, как я поняла, это эффект, который вам дает объемное звучание по инструментам. То есть мы играем одной укулеле, а будет звучать как будто прям их несколько. Давайте проверим.
что-то есть. Что-то есть такое, вот как будто чуть еще больше объема добавилось. Но пока мой фаворит по эффектам, давайте топ-5 моих эффектов на укулеле. Очень нравится вот это волюме, которое мы можем сделать, чтобы соседи офигели. Да, это с громкостью, сейчас громкость уберем. Прям рок, ну это рок, ребята, это рок. Далее, что мне пока нравится, это реверб вот этот вот, который дает эхо, объем звучания. Боксинг от Дари. И, наверное, вопрос возникает, а как вот эту штуку-то заряжать? И вообще надо заряжать? Она на батарейке работает, там на кроне или на чем? Нет, вы прикиньте, я вот тоже была в шоке, когда узнала. Вот мы сейчас с вами живем в 2020 году, а кто придумал это в 3020 году? Потому что вот сейчас ахните, я вам покажу. Я не зря вам показывала вот эту тему, вот этот проводок в комплектации, потому что, во-первых, вы можете ее заряжать через USB, вы прикиньте, то есть вот этот джек. Вы подключаете вот сюда, а обычный USB, подключаете там ноутбук, компьютер и заряжаете ее. Что? Во-первых, это экологично, что вам не нужно батарейки покупать. Еще экономит ваши средства, потому что батарейку-то эту надо купить. Вы все деньги потратили на укулеле. Просто втыкнули, зарядили и все. Ну и напоследок скажу вам немножко про подставку. Мне привезли тоже фирменную подставку Flight. Они недавно начали делать, как мне объяснили, такие подставки. Я сама попросила, сказала, ребят, у вас есть подставка? Потому что я не могу хранить. Мне совесть, во-первых, не позволит хранить такой инструмент где-то в уголке, вот так вот к стеночке его прижав. А вдруг упадет, а вдруг что, а вдруг Бима, а это наша кошка, пройдет мимо, невзначай уронит такую красоту. Поэтому я попросила отдельную такую подставочку. Она комплектная. Вот. Во-первых, складывать, регулировать, насколько вам, допустим, побольше надо, пошире надо, да? Если у кого узкое, поставили так. Если у кого инструмент пошире, поставили раз. Так вот мы поставили элегантненько на пол. Хова. Укулеле так поставили. Честно говоря, я в таком восторге сейчас нахожусь, что вообще у меня есть такой инструмент, что я могу играть вам, показывать разборы в хорошем звучании, что у меня душа радуется, когда я просто делаю трунь, потому что струны другие, звучание другое, сам по себе инструмент совершенно другой, кардинально отличается от того, что у меня было. И на такой восхитительной ноте я буду с вами прощаться. Напишите, пожалуйста, в комментариях вообще, как вам этот обзор. Есть ли разница в звучании, что вам сейчас показала? Вы слышали ли вообще до этого, что такое существует, что звучать инструмент может громко без усилителя? Ну, а если ты также любишь играть на укулеле, как и я, и восхищаешься вообще таким инструментом, и хочешь показать мне все свои труды и старания, как ты на нем играешь, то все очень просто. Выкладываешь любую песню и мелодию из моего разбора к себе в инстаграмчик. И обязательно отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы я тебя заметила, увидела и дала обратную связь. Ну а для всех тех, кто хочет поддерживать все мои труды и старания в финансовом плане, то вы можете мне задонатить любую сумму на Наталерас или подписаться на Бусти, например, вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Рок! Блин, балдеж. Мне уже это нравится, ребята. Обалдеть просто. Чтобы соседи офигели.